Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, ВКУ «Ространсмодернизация». Как вам сегодня игра? Довольны остались? Бывает несправедлив. Не всегда побеждает лучший, но сегодня он был справедлив. Мы проиграли сильной команде. Вот. Задача была, в принципе, показать характер, забить несколько голов, побороться. Что-то удалось, что-то нет. Счет на игре, счет на табло. В общем-то, ну что, хорошо поиграли. Честно скажите, в праздники тренировались? В праздники тренировались, но не футбол. Что, по-вашему, нужно для победы? Для победы? Ну, ничего, нужно показывать характер. Нужно проявить волю. Я думаю, что все будет нормально, победы придут.